концерт скрипача-виртуоза из Израиля. Сегодня во Дворце Республики выступил Сани Кройтер. В зале аншлаг, все билеты проданы. Музыкант объездил всю Европу, США и Ближний Восток. И вот сейчас в Приднестровье. В программе концерта больше 20 произведений. Автор большинства – сам скрипач. Много импровизации, классика, неоклассика, джаз, народная музыка, восточная и не только. Предлагаем послушать несколько отрывков в нашей рубрике «Без комментариев». Ранее не были знакомы, но я думаю, это отличный шанс для того, чтобы составить первое впечатление, познакомиться ближе с этим человеком, с этим творчеством. Очень нравится, и стараемся посещать в этом месте много концертов симфонических, в Тирасполе по возможности, и рады, что у нас много устраивается таких вообще мероприятий. Естественно, отзывы хорошие, и это музыканты высокого уровня.